Здравствуйте, друзья! В этом видео мы рассмотрим необычную машину. Это скорая помощь на базе лимузина ГАЗ-14 «Чайка». И данная машина идет под индексом RAV3920. И производитель данной модели – наш автопром. Модель сделана из металла, не имеет открывающихся элементов. Очень интересная машина. И такие машины в основном шли в черном цвете. И вы спросите, почему я купил машину белого цвета. Но когда я смотрел в магазине данной машины, то все машины в черном цвете разобрали, потому что большинство прототипов было черное. Ее называли «Черный доктор». И мне сказали, или надо ждать и заказывать модель, или ты можешь купить белую машину, которая у нас сейчас имеется в наличии. Ну, поэтому я не стал ждать и купил себе машину в белом варианте, и у нее есть реальный прототип. Оригинальная машина, она в таком раскрасе поставлялась на Кубу, поэтому я решил купить себе модель белого цвета и по возможности докупить еще аналогичную модель в черном цвете. И модель очень хорошо выполнена. Единственный недостаток то, что у нее неровно установлен передний бампер, и это у всех моделей данной серии. Но при желании его можно отсоединить, переустановить более правильно. Я на своей модели пока не стал его переустанавливать. И модель имеет отдельные поворотники, отдельные передние фары, отдельную решетку радиатора. Имеется имитация противотуманных фар, отдельные зеркала. Дворники, они отлиты вместе с лобовым стеклом, обозначены краской. У данной модели хорошо проработанные колесные диски, и в отличие от модели из серии «Автолегенды СССР», на данной модели они раскрашены, сам колпак сделан черным, как у оригинала, что придает более реалистичный вид самой модели. Модель имеет отдельные задние фары, они сделаны из красного прозрачного пластика, отдельный бампер. Очень хорошо проработанный салон, имеются носилки, они сделаны отдельной деталью. На панели приборов имеется имитация дерева. Все это очень аккуратно собрано, хорошо воспринимается, узнается прототип. На днище сделана выхлопная система отдельной деталью, она покрашена в серебристый цвет. Такая вот замечательная модель. И есть более дорогие аналоги данной машины, но если вы хотите в свою коллекцию иметь недорогую модель, то обратите внимание на производителя «Наш автопром». У них помимо «Чайки» в медицинском исполнении еще есть «Чайка» с кузовом «Фаэтон» и классическая «Чайка» с кузовом «Лимузин». Она в нескольких цветах. Есть темно-вишневый цвет, есть традиционно черный классический цвет. И спасибо за внимание. Это был обзор модели «Чайка». Увидимся в следующем видео.